Всем привет! Сегодня я снимаю видео на такую тему о уходе за волосами, о такой процедуре, восстанавливающей для волос, как ботокс для волос. Я делала эту процедуру первый раз, на нее я шла неосознанно. Мне предложил эту процедуру мой мастер. Я пришла на покраску волос, она предложила, давай сделаем ботокс. Процедура понравилась, потому что в отличие от кератина, да, который просто выпрямляет волосы, ботокс помогает легкому расчесыванию, в общем, он чисто восстанавливает волос на какое-то время, видимо. Потом я в интернете прочитала, что это где-то на месяц, да, этот эффект. Кому-то сразу после первого мытья уже пропадает все. В общем, это видео будет такое как бы до и после, то есть я вставлю много фотографий или видео, то есть именно сравнение до и после. Вот фото, как выглядели мои волосы до и после процедуры. Сегодня второй день после того, как я сделала ботокс для волос. Первое, что я заметила после того, как я помыла волосы, где-то через 2 дня после процедуры, во время мытья волосы были мягкие, как будто я их мою не шампунем и смываю с них не шампунь, а бальзам. То шампунем я мыла 2 раза. Потом нанесла обычно кондиционер. Просто я их вот так вот руками, пальцами расчесала мокрые. И на удивление, мои волосы никогда в жизни не расчесывались вот так вот мокрые. Я их сушила обычной, ну, как массажная расческа, да, со щетиной, с обычной. Вытягивала просто так расческой и сушила. После сушки такой обычной расческой они выглядели у меня, как будто я их выпрямила утюжком. То есть они были довольно-таки блестящие и довольно-таки прямые. Сейчас уже второй день пошел, как я помыла волосы, да, первый раз после процедуры. Вот второй день, и в принципе я не скажу, что они выглядят у меня грязными, да, какими-то неопрятными. Как бы вот они прямые такие, хорошенькие, мягенькие волосики. Возможно, у тех девочек, у кого волосы сами по себе жидкие, возможно, для них будет какой-то дискомфорт, да, что волосы будут более жидкие, да, вот более, ну, меньше будет казаться волос на голове. Ходила я в одну парикмахерскую, мне так покрасили волосы, что они потом у меня начали отваливаться, то есть много кусочков отвалилось, именно у корней у меня как бы много волос, а по длине у меня они сами по себе, особенно вот эта сторона, очень пострадала, и они стали, сами волосы стали такие более жидкими казаться. Но с этой процедурой, в принципе, я думала, совсем будет 3 волосина. Но нет, в принципе, ну нормально так. Спасибо большое за просмотр. Если понравилось видео, ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. Обязательно пишите комментарии, кто делал эту процедуру, кому понравилось, кому не понравилось. Всем пока!